Внешние отмели. Рай на земле. И это я. Джон Букер Рутледж. И вот здесь я живу. Это одно из мест, где у вас или две работы, или два дома. Два племени, один остров. Это моя команда. Мы рабочий класс, который зарабатывает на жизнь, убирая столы, обслуживая чартеры. Наша миссия на это лето — хорошо проводить время все время. Ребят, я думаю, там внизу лодка. Это моего отца. Мой отец пропал. Ты не знаешь, каково это, когда исчезает близкий тебе человек. Ты заслуживаешь знать правду. Я знаю, что это звучит безумно, но я почти уверен, что он сбежал с 400 миллионов в золоте. Мы будем неприлично богатыми, чувак. Оригинальный сериал Netflix. Готовы приподнять немного бабла? Вы же, ребята, не думаете, что вы единственные, кто охотится на королевского торговца? Джон Би, ты что, беглец? Беглец? Да, вроде того. Я ищу сокровища. О, черт, ты серьезно? Если я не готов убить за золото, тогда это где-то там, Джей Джей. Ты с ума сошел? Продолжая катиться по этой дорожке, ты закончишь так же, как и твой отец. Я знаю, что у тебя есть чувство к Джону Би. Но, дорогая, он опасен. Я не могу притворяться, будто это нереально. Это тебе не по зубам. Продолжишь поиски, и твое веселье закончится. Начнутся большие проблемы. Внешние отмели.